Черный квадрат Казимира Малевича, ну, наверное, самая знаменитая русская картина не только 20 века, но и вообще всей нашей долгой истории. Это, наверное, единственная картина, про которую до сих пор спорят искусствоведы. И вплоть до сегодняшнего дня есть люди, которые органически не принимают эту картину. Очень много о ней высказывался режиссер Егор Кончаловский, говоря, что это абсолютно, естественно, не искусство. Татьяна Толстая известна своими разговорами о том, что это квадрат не является абсолютно искусством, но и много других каких-то таких примеров. И опять же, есть люди, которые понимают значимость этого квадрата, этого произведения Казимира Малевича, и, конечно, говорят и придумывают ему все новые и новые трактовки и интерпретации. Вообще, даже имя Казимира Малевича некоторые переводят как Паола Волкова, искусствовед, «кажи миру», то есть «покажи миру». И вот свое искусство он, конечно, миру показал. Или даже «казни мир». То есть Казимир Малевич, это уже авангардисты о нем говорили, буквально казнил мир своим черным квадратом. Нельзя сказать, что он создатель одного черного квадрата, конечно, нет. Он создавал и классическое искусство, и современное. В терминологии самого Малевича это изобразительное искусство и новое искусство. Он занимался и изучением импрессионизма, и кубизма, футуризма, сезонизма. И в конечном итоге он изобрел свою собственную живопись, которую назвал супрематизмом, от латинского слова «supremus» — «наивысший». И заканчивает он свои художественные наработки постсупрематизмом, так называемым искусством, и в конечном итоге фигуративной живописью. Но вот все последующие, последние свои работы он подписывал уже, вместо своей подписи использовал значок черного квадрата. Помимо того, что он вообще был живописцем, он был и замечательным педагогом. Известно, когда Марк Шагал пригласил его в Витебск преподавать вместе с ним, он буквально переманил всех студентов на свою сторону и основал с ними УНОВИС, утвердители нового искусства, такое сообщество художников, которые взяли за основу теоретические изобразительные материалы Малевича и утверждали действительно новое искусство. Помимо этого он занимался и театром, архитектурой, изобретал какие-то собственный стиль и, конечно, был большим теоретиком искусства. Что касается черного квадрата, что из себя представляет этот квадрат, как его назвал Велимир Хлебников, взорванная художественная проповедь. Черный квадрат был создан Малевичем в 1915 году, но еще в 1913-м эта идея его посетила, когда он вместе с Алексеем Крученых, Михаилом Матюшиным работали над оперой «Победа над солнцем». И вот во втором действии, в одном из актов, Малевичу нужно было буквально изобразить победу над солнцем. И вот в какой-то момент ему пришла идея, как считается, этого черного квадрата. И действительно, если себе представить солнце как диск, белый круг, то что может ему более быть противоположным на другом полюсе? Конечно, это черный квадрат. Можно даже сказать, что он дошел до первоформ в искусстве. Вот мне нравится такая теория, если мы рассмотрим, что самая первая простейшая изобразительная форма, которую рисует человечество, это, конечно, солярные символы, культ солнца, это форма круга. Форму круга человек не изобретал, он ее взял прям с природы. То есть это, если приложить лист к солнцу и перерисовать его насквозь, то это, конечно, будет просто диск. Следующей формой человек, наверное, изображает треугольник. Треугольник — это символ горы, символ восхождения. Ну и, конечно, такой формы идеальной в природе не существует, человек ее стилизовывал. И самый знаменитый стилизованный треугольник — это, конечно, египетские пирамиды. Но вот черный квадрат считается, что в природе он, конечно, не существует, только в неорганической химии. И вот черный квадрат — это, может быть, единственное произведение, которое создал человек. И с этой позиции вот как раз черный квадрат может изображать действительно смерть солнца и смерть всего искусства. Его можно еще трактовать с такой позиции, как действительно конец старого классического искусства и начало нового. Если мы посмотрим, я буду намеренно упрощать, если в средние века по религиозному канону в культуре изображался
человек по степени значимости больше, меньше, в различных масштабах, не использовалась перспектива и так далее, то в эпоху Возрождения появляется линейная перспектива. Чуть позднее, наверное, в 17 веке, кьяроскура у Караваджо, и у нас появляются тени. И так постепенно искусство начинает развиваться, вплоть до импрессионистов, которые изобретают, так сказать, говорят, что живопись, природу нужно писать не в мастерских, а на улицу выходить, то есть рисовать ее, писать ее непосредственно с натуры. И вот так каждый последующий век у другого учился, и у нас идет такая последовательная история искусств. И вот Казимир Малевич этим квадратом полностью эту историю искусств перечеркивает. Он даже это как бы называет ее выходом за ноль. Именно поэтому после того, как в 13 году это состоялась опера, а в 15 году он создает квадрат, и в декабре 15 года он выставляет ее на выставке, которую решено было назвать 0-10, где ноль изображает ничто, вот этот символ конечности и искусства, и чего-то старого, а 10 — это 10 участников выставки, предполагалось, что их будет 10, выставилось несколько больше художников. А 10 — это те 10 смельчаков, новых художников, которые уже будут рисовать что-то новое. То есть благодаря тому, что Малевич создал черный квадрат, он позволил другим художникам выйти за этот ноль и творить уже абсолютно все, что им вздумается. Можно говорить об других интерпретациях. Например, что это антиикона или икона моего времени, как говорил Малевич. С иконой впервые эту работу сравнил Александр Бенуа в своей таком, конечно, негативном отзыве. Он был очень крайне недружелюбно настроен относительно футуристов. Но и это понятно, потому что Малевич выставил свой квадрат в красном углу, там, где раньше в русских избах вывешивалась икона. Почему он так сделал? Конечно, он этой выставкой хотел провозгласить рождение нового искусства, супрематизма, но многие другие художники, которые работали в конструктивизме, например, Владимир Татлин, ему этого не позволили. Поэтому ему нужно было все равно как-то заявить о своем лидерстве. И вот он квадрат выставляет в углу, и есть знаменитая фотография как раз вот угла, где этот квадрат репрезентуется. Можно говорить о том, что квадрат на самом деле он обозначает и, как его называл Малевич тоже, живой царственный младенец. Мне кажется интересной мысль о том, как Анатолий Вассерман начинает свою лекцию о черном квадрате, говоря о том, что это, во-первых, не квадрат, а во-вторых, он не черный. И действительно, там намешан очень сложный состав красок. Сейчас говорят, что их три. И он даже туда добавлял, Малевич, немножко мела для того, чтобы убрать вот этот глянцевый блеск с этого квадрата, чтобы тьма была еще более такой глубокой. Ну и действительно, углы у него не совсем ровные, углы у него не параллельны. И благодаря вот этой неправильности, этот четырехугольник, а именно четырехугольником он был назван в каталоге, он кажется таким движущимся, наполненным абсолютной энергией. Квадрат можно воспринимать как плоскость, как конец всего, и можно воспринимать как глубину, как бесконечный космос. То есть в эту работу даже просто интересно вглядываться. Еще в 20 веке различные теории существовали среди дизайнеров, например, и искусствоведов, как принцип экономии. Природа всегда ищет кратчайшие пути для достижения своих целей. Например, форма шара, она максимально объемная при минимальном количестве оболочки. Поэтому она очень удобная в природе, перекатывается, и от различных бактерий, клеток и плодов деревьев все имеет такую округлую форму. И они сводят простейшие формы к шести, по-моему, это спираль, форма звезды, дерева, трубы и так далее. И вот как раз Малевич, вот как можно представить минимальную форму? Но если ее действительно представлять, то лучше, чем и нагляднее, чем квадрат, что-то другое представить очень и очень сложно.
Еще можно сказать, что, конечно, многих интересует, что удивляются, когда узнают, что квадрата на самом деле не один, а несколько. И черных квадратов в настоящее время известно 4. Классический, который покрыт картелюром и находится в Третьяковской галерее, который Малевич подписал 13-м годом, но мы знаем, что он создал его в 15-м году. Есть копия этого квадрата, созданная в 29-м году и также хранящаяся в Третьяковской галерее. По просьбе работников Третьяковки он повторил его, или повторили его ученики, именно потому что первый уже был при жизни Малевича уже покрыт каракелюрами и выглядел так не очень свежим. То есть они хотели эту работу улучшить. Есть знаменитый триптих 29 года, который представляет из себя три картины. Это черный квадрат, черный круг и черный крест. Три главные фигуры Казимира Малевича. Этот триптих предназначался для биеннале в Венеции, но, насколько известно искусствоведам, в каталогах он есть, но в выставке эти работы не участвовали. И, наконец, есть последний квадрат, который отличается от остальных по форме. Черный квадрат начала 30-х годов, он был найден в 93-м году и приобретен в Государственный Эрмитаж. Поэтому сейчас в Русском музее есть один черный квадрат, один в Эрмитаже и два в Третьяковской галерее. Но кроме этого есть, конечно, еще и красный квадрат и даже белый квадрат. Одна из выставок, посвященная супрематизму, Малевича кончалась живописью «Белое на белом». И в конце у него были представлены даже 4 пустых белых холста. Как бы такой выход вообще в какое-то, может быть, материальное пространство этой живописи. Интересно рассматривать черный, красный и белый квадраты тоже как выразительные художественные средства, основные в дизайне. Черный квадрат — это начало какой-либо формы. Красный квадрат — это изображение первоцвета. То есть красный, он классически изображает нам цвет. А белое на белом, белый квадрат на белом, это, конечно, изображение фактуры. То есть когда мы рассматриваем белый холст, мы обращаем внимание не на его форму, а на его поверхность. Интересно о том, что, конечно, Малевич очень известен на Западе тем, что он один раз смог, конечно, выехать за пределы страны и даже давал лекции в Баухаузе, и много его работ осталось в Германии. Впоследствии они попали в Стедделик музей в Амстердаме. Поэтому на Западе Малевич в середине и в конце, во второй половине 20 века был известен даже больше, чем у нас. В 81 году в Москве проходит выставка «Москва-Париж», где современные художники-нонконформисты впервые увидели черный квадрат, и он их настолько впечатлил, что очень многие художники ушли в поклонение Малевичу. Самым известным художником из них является Эдуард Штейнберг, который после выставки даже написал Казимиру Малевичу письмо, в котором объяснял принципы своей художественной живописи. Ну и если заканчивать разговор, то можно сказать о современном положении черного квадрата. Черный квадрат, к сожалению, до сих пор многими людьми не принимается. И, как сказал один философ, это происходит из-за того, что мы в России проспали историю изобразительного искусства 20 века. И поэтому одни люди рисуют глаза на работах Анны Липорской, ученицы Казимира Малевича, а другие оставляют смешные комментарии и картинки над постами об этой новости.